Крыму завершился музыкальный конкурс Игоря Крутого, победительницей которого стала 9-летняя москвичка Алиса Голомысова, любимая ученица самой Примадонны. Волнение исчезло, когда только шагнула на сцену и увидела зрителей, их было так много. Рассказала стархиту Алиса песню «Делу время я уже исполняла», ну а режиссер Александр Ревзин предложил сделать необычный номер с переодеванием из банного халата в платье. Репетировала несколько дней в качестве приза. Алиса получила диплом и съемку клипа фото, архив пресс-службы. Конечно, приятно, что сравнивают с самой Пугачевой. Я познакомилась с ней в творческой студии. Алла Борисовна помогала осваивать актерское мастерство, танцы, этику и вокал. Навсегда запомнила главный совет наставницы – проживать и пропускать через себя каждую песню. Еще за кулисами мысленно настраиваюсь, как хорошо все пройдет. Других секретов удачного выступления у меня нет. А еще ношу на руке красную нить «Мой оберег». Музыка не единственное увлечение, обожаю готовить. Коронные блюда — яичница, горячие бутерброды. Могу, конечно, родителей десертом побаловать, например, испечь сладкий хворост. Также занимаюсь верховой ездой в конном парке. Здорово же иметь дома такого друга. Ни у кого из одноклассников не видела, буду первый. Класс пост 661 365 подписчиков.